Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска. Двигатель 1.8, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 220 тысяч километров. Порвало ремень ГРМ. Ну и как следствие загнуло клапана. В предыдущем видео есть, я там пытался подкидывать ремень в надежде, что у нас пронесло. Нет, не пронесло. А хозяин решал то ли заменить двигатель, то ли его ремонтировать. Нормального двигателя не нашли, поэтому принял решение ремонтировать. Заказали запчасти, и сейчас будем разбирать, снимать головку. Открываю капот. Снимаем пластиковую крышку. Снимаем воздуховод. Снимаем корпус воздушного фильтра, чтобы там сбоку удобнее подлазить было. Снимаем воздуховод. Липсы уже не родные. Здесь интересный фиксатор на клипсе. Вот он, белый фиксатор. Его выдергиваю. Фильтр тоже новый установим. Здесь сбоку нажимаем фиксатор и поднимаем корпус вверх. Вот этот вот фиксатор. Нам надо будет слить и антифриз, и масло. Пробку я открою сразу. Снимаю верхнюю крышку. Снимаю подачу с рампы.
два болта и откручиваю рампу. Рампу откручу, приподниму маленько и сниму разъемы. Шестигранник на 5. Вообще-то зачем я рампу выдергиваю? Ее и не надо снимать. Я на место прикручу, снимаю только разъемы, убираю проводку. Рампа у нас снимется вместе с впускным коллектором. Снимаю разъемы. Снизу нажимаю фиксатор. Откручиваю шахту. Торкс Снимаю разъем. Отключаю датчики с дросселя. Ну и вроде бы уже пересох, просто отломился. Если дальше его сделаю, он еще раз лопнет. Соединять буду. Еще вниз уходит провод на датчик давления масла. Откручиваю коллектор от головки. Не знаю, крепления снизу есть, нету. Сейчас приподниму, гляну.
поднял автомобиль, смотрю, вот коллектор снизу нигде дополнительно не крепится. Поэтому сверху его откручиваем и снимаем. Ну, раз поднял, сейчас солью антифриз с радиатора, с патрубков. Здесь на радиаторе крана нет, поэтому я разъединю вот этот патрубок и здесь солью антифриз. Но еще увидел, думаю, здесь может не захотеть откручиваться вот этот хомут. Сейчас его щеткой по металлу почищу, забрызгаю, пусть покиснет маленько, а потом уже крутить буду. Потому что коллектор мы снимем вместе с головкой выпускной. Ладно, сливаю антифриз. Сливай. Все, антифриз сбежал. Через это соединение сбежало 6 литров. Сразу ставлю хомут на место. Почистил, забрызгал, пока антифриз сливался. Попробую открутить. Головка на 16. Вообще никаких трудностей, открутился легко. Откручиваю головкой на 13 болты и гайки крепления коллектора. Здесь единственное два момента. Вот здесь снизу болт и вот этот болт. Гибкой головкой крутим, гибким валом.
Открутил 6 болтов, 2 гайки. Открутил вот здесь вот снизу крепление патрубков, саморез. Ну и пробую. А, вот этот еще разъем сниму. Вот это соединение держит. ЕГР, наверное. Теперь упирается в щуп, но щуп, чтобы не снимать, выкручу шпильки. Е7 головка. Все, коллектор снял, откручиваю крышки с головки, их две, здесь две штуки. Головка на 10, откручиваю. Открутил крышки, 21 болт. Также снимаю катушку, откручиваю головкой на 8, 3 болта. И снимаю вот этот разъем. Модулем катушка сделана. Беру отвертку, поддеваю крышки.
шланги пересохли. Здесь надо еще датчик открутить. Снимаю ремень, и здесь похоже, что можно будет головку открутить, не снимая распредвалов. Распредвалы останутся на месте. Скидываю ремень ГРМ и отсоединяю от головки то, что нам здесь мешает. А что нам здесь мешает? А практически нам ничего не мешает. Откручу только вот эту проводку, которую и разъемы поснимаю. И в принципе все, можно будет откручивать головку. Открутил вот эту пластину, вот она, с проводкой. Две гайки, вот здесь гайка, и вот здесь сверху гайка. И два болта снизу. Также один здесь и второй снизу под гайкой. Снимаю патрубки. На охлаждение снял, а теперь сзади снимаю на печку.
Все. Вот такой стопор снимается, и он стягивается. Также и второй. Вроде бы все основное. Теперь можно откручивать головку.